Привет всем любителям баскетбола и добро пожаловать в Нур-Султан, где сегодня Астана принимает матч регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ, Красноярский, Енисей. Два соседа по турнирной таблице. Астана на данный момент находится на 10-й строчке, Енисей занимает 11-ю позицию. И стоит отметить то, что действительно это важный матч для команд. И команды, в общем-то, последний раз между собой встречались не так давно, 10 дней назад. Всего лишь играли они в Красноярске, и Енисей тогда одержал первую домашнюю победу в сезоне. Победил коллектив Дражина Анзуловича со счетом 77-76. Причем создал себе очень нервную концовку за минуту до окончания основного времени. Плюс 7 было на табло в пользу красноярской команды. Однако серия неудачных потерь, и Астана получила даже возможность выиграть матч, но в последнем владении Мартин Шмейерс свой бросок не забил. Тем не менее, сегодня есть отличнейшая возможность у Эмиля Райковича, главного тренера Астаны, нам сейчас показывают, и его команды взять реванш. Тем более, что у Енисея сегодня отсутствует ряд игроков. Нет Александра Гудумака и Сергея Балашова. Ну, Александра Гудумака нет уже достаточно давно. У него надрыв прямой мышцы бедра, травма. И у Сергея Балашова травма голеностопа. Ну и Иван Викторов, который недавно был прооперирован и тоже довольно долгое время пропустит. У него травма ноги. Вот. Ну и Дмитрия Санько, одного из юниоров этой команды, нет. Дмитрий Санько, который регулярно попадает в заявку основной команды. Тем не менее, Енисей в последних двух матчах победил. Опять же, в игре против Астаны и в гостях против Калева три дня назад, 75-86, тогда красноярцы победили. И самым результативным игроком в той встрече стал Дастин Хок в составе Енисея, набрав 23 очка. И Дастин Хок, который буквально 20 минут назад стало известно, что будет участником и матча всех звезд Единой Лиги ВТБ, который пройдет уже через 10 дней, 14 февраля в Москве на арене «Динамо». Ну и помимо Дастина Хога, еще и Михаил Кулагин в составе Енисея примет участие в матче звезд в составе команды «Звезд России». Действительно, для Енисея очень важный вот этот отрезок сезона. Команда в первых 10 матчах одержала всего одну победу. Тем не менее, сейчас уже вот так вот здорово. Две победы к ряду и отличная возможность побороться, по крайней мере, за плей-офф. Очень плотное достаточно турнирное положение. И сейчас каждая игра, она имеет особое значение. В особенности, конечно, против прямых конкурентов. При этом Енисей одна из самых малорезультативных команд лиги. Меньше 75 очков набирают подопечные Дражина Анзуловича в среднем за игру. И, опять же, это связано с отсутствием, в том числе и Михаила Кулагина, который некоторое время пропускал. Ну вот он, да, он самый результативный в составе Енисея. 16 очков в среднем за игру. Самый результативный в составе Астаны по этому сезону Джеремай Хилл. У него 13,5 очка. Показывают нам как раз Астану. Здесь Мартин Шмейерс как раз появляется последний. Мартин Шмейерс тоже очень неплохо выглядит на этом отрезке сезона. И вот как раз-таки единственная домашняя победа в этом сезоне Астаны была над краснодарским «Локомотивом Кубань» в первом матче 2021 года для этих команд. И вот тогда Мартин Шмейерс действительно стал одним из главных героев. Так что сегодня ему предстоит очень серьезная работа против Дастина Хога, против Лейтона Хэммонза, Ильи Попова. И, в общем-то, да, передняя линия Енисея, даже в отсутствии Сергея Балашова, даже в отсутствии Александра Гудумака, она выглядит так достаточно грозно. Вот, ну и мы видим Дэвин Марбл, Адонис Томас тоже здесь. Тоже игроки, которые очень серьезный вклад в результат Астаны, в общем-то, имеют. Да, Адонис Томас на данный момент тоже один из самых результативных. Вот как раз 15 очков он набрал в предыдущем матче против Енисея. Да, всего в истории Единой Лиги ВТБ команды встречались 13 раз. 7 побед у Енисея, 6 у Астаны. Вот как раз-таки заявка хозяев на ваших экранах. В общем-то, полный ростер. Здесь и Дмитрий Гаврилов с Максимом Марчуком, который нередко выходит в стартовые пятерки. И вообще, как правило, Эмиль Райкович Джеремаю Хилла выпускает со скамейки.
То есть Майкл Томпсон является стартовым разыгрывающим. Вот, ну и ростер Енисе нам сейчас покажет. И вот как раз-таки Артем Комиссаров, который на ваших экранах сейчас один из последних разминочных штрафных здесь бросил. Артем Комиссаров в отсутствие как раз Александра Гудумака является капитаном Енисея. Вот, меньше трех минут у нас до начала встречи. И да, всего в 10 человек сегодня будет играть Енисей. Им что? Тайус Бэтл тоже в составе. Тайус Бэтл, который как раз-таки 22 очка набрал в матче против Астаны, который был 10 дней назад. И как раз-таки по итогам той игры Тайус попал, между прочим, в символическую пятерку игровой недели Единой лиги ВТБ. Итак, Дражен Анзулович и его последние слова команде перед стартом этого матча. Мы видим, что снимает Лейтон Хэммонс разминочную кофту, поэтому, скорее всего, он выйдет в стартовой пятерке. Здесь вот Дэвин Марбл. Видим там на заднем плане татуированное плечо Антона Пономарева. Антона Пономарева, который не так много времени, на самом деле, пока проводит. И в первом матче этих команд, если я не ошибаюсь, он вообще на площадке не появлялся. Да, так и есть. Но это арбитры. Арбитры, которые будут работать на сегодняшней встрече. Илья Путенко, Евгений Михеев и Максим Житлухин. Вот он, вот оно. Трио. Трио судей и, конечно же, комиссар встречи Генрих Бекиш из Беларуси. Итак, старт Енисея. У нас Илья Попов, мы видим, начинает с первых минут. Вместе с ним Лейтон Хэммонс, Джордан Мэтьюс, по-моему, Тайус Бэтл и Тимофей Якушин. Майкл Томпсон, Роберт Пана, Донис Томас, Максим Марчук и Мартин Шмейерс. Вот таким сочетанием начинает Астана, действительно, без Джеремая Хилла, также без Уэрса Силинша. В общем-то, по всей видимости, как усиление будет пробовать их вводить в игру скамейки Эмиль Райкович. Да, Лейтон Хэммонс, Карен Джонсон, все-таки Джордан Мэттис, Тимофей Якушин и Илья Попов. Да, Тайус Бэтл и Дастин Хок тоже вот с первых минут на скамейке оставляет главный тренер гостей Дражен Анзулович. Мартин Шмейерс прекрасно знакомый болельщикам Енисея. Выступал он за эту команду на протяжении двух сезонов, 17-18 и 18-19. Ну и вот как раз в первом матче против Енисея в этом сезоне, первый матч против Енисея в этом сезоне вообще мог выиграть, но его бросок с разворота тогда успеха не принес. И вообще Мартин Шмейерс, да, 15 очков тогда набрал. Причем 5 раз на нем были нарушены правила. Итак, все у нас готово к началу встречи. Илья Попов против Мартин Шмейерса на стартовом спорном. И мяч достается Астане. Сразу же Майкл Томпсон начинает руководить нападением своей команды. Роберт Пан довели до Максима Марчука. Попробует ли Марчук обыграть? Нет. Внутрь. Здесь, конечно, Адонис Томас. И вокруг него сразу два игрока сосредотачиваются. Майкл Томпсон. Сквознячка опускает. Тем не менее, мяч остается у Астаны. Но нужно уже выбрасывать. И хорошая, плотная защита Енисея. Браво, Лейтон Хэммонс. Ну и тут фол. Фол, который позволяет Астане не получить, по крайней мере, два очка сразу в контратаке. Карен Джонсон убегал, и Максим Марчук здесь остановил его при помощи, ну, действительно, скажем, тактически грамотного нарушения правил. Главное, конечно, Астане с фолами не перебрать. В начале отрезка. Так, сейчас арбитры совещаются о чем-то со столиком, может быть, о времени. Потому что вряд ли, конечно, такое нарушение правил как неспортивный фол может трактоваться. Все-таки никакого умысла там не было. Да и, в принципе, как бы не такая уж и очевидная была эта контратака. Вот, поэтому, скорее всего, по поводу времени посовещаются арбитры с комиссаром этого матча. Ну и стоит сказать, что Астана на самом деле, да, при этом набирая 78 очков в среднем за игру, это 10-й показатель в Единой лиге ВТБ, дома набирают практически 85. Поэтому вправе мы сегодня ожидать от этой команды результативности. И если вспоминать в деталях как раз первую игру
этого сезона между Енисеем и Астаной, то можно отметить, что у Енисея действительно очень здорово шли трехочковые. Тогда красноярцы забили 8 из 14, 57%, 2 из 2 и Хэммонс с Бэтлом, и 2 из 3 Якушин. В общем-то, процент был достаточно хороший у лидеров Енисея, а вот у Астаны с дальними бросками тогда не задалось. 5 из 23 всего лишь, и главный скорер Джеремай Хилл выбросил 6, но ни одного не забил. Ну и, конечно же, отметим то, что у Астаны тогда было преимущество на счетах. И тогда как раз-таки Енисей играл без Сергея Балашова, без Александра Гудмака. Получится ли сегодня также уверенно работать на счетах у хозяев? Посмотрим. Якушин. И в итоге вот тут арбитры показывают, что именно от Тимофея мяч уходит. Довольно такое затяжное начало матча. Но показывает арбитр. Можно играть. Максим Марчук оказывается под давлением Джордана Мэттиса. Быстренько избавляется от мяча Майкл Томпсон. Пик-н-ролл под 45 градусов. Мейерс внутрь идет и все-таки ищет скидку. Но не самая она удачная. Оказывается, Дэвин Томас. Прошу прощения, Адонис Томас, да. Дэвин Томас в эстонском калибе выступает. Конечно, да. Адонис Томас этот мяч не выловил. Итак, Лейтон Хэммонс попытался сделать заброс. Мы видим, что у нас уже минута позади, но пока без набранных очков. Джордан Мэттьюс, дальняя его атака, и попадает. Американский защитник, выводя свою команду вперед. Джордан Мэттьюс, который как раз-таки в матче против Астаны забил свой первый трехочковый за Енисей. И в той встрече у него было 5 очков. Но двухочковый он тогда бросил всего лишь один из 7. Роберт Пан пошел внутрь, развернулся, но без дальнейшего продолжения. 3 секунды, нужно что-то придумывать. Двойная опека, Мейерс, и браво, браво, Енисей в очередной раз заставляет Астану расстаться с мячом вот как раз на последних секундах владения, или же вот такую потерю совершить. Очень здорово, очень плотно обороняется Енисей. В общем-то, да, у нас Астана пока вообще ни одного броска не совершила. Якушин. Не дошла передача. Браво, Максим Марчук. Вряд ли здесь будет, конечно, контратака. Енисей большим числом возвращается. Заброс на Адониса Томаса. Томас на Роберта Пана. Илья Попов из-за спины здесь выходит и блокирует своего оппонента. Тем не менее, продолжается атака хозяев. 8 секунд. Мейерс такой достаточно высокий заслон поставил. Адонис Томас не смог ответить Джордану Мэттьюсу. И агрессивно, мы видим, Астана идет на щит. Это Роберт Пан. И вот как раз первое нарушение правил от него. Да, Роберт Пан играет не так много. И понятно, что вот в его минуты просит Эмиль Райкович действовать максимально агрессивно. И не исключено вполне, что Роберт сегодня получит много фолов. Но вот как раз это его работа — защищаться против лидеров соперника, не давать им свободно вздохнуть. Кэрон Джонсон попадает. Все-таки, да, 2 очка у нас засчитали, когда Джордан Мэттьюс забивал. И вот теперь вполне себе полноправная трешечка. 5-0. Удачный старт у Енисея, но не самое результативное начало матча. Заброс. Кэрон Джонсон здорово прерывает эту передачу. Еще 9 секунд будет у Астаны на то, чтобы что-то придумать. Кэрон Джонсон не успевает за Майклом Томпсоном. Хороший достаточно заслон, который пробить игроку Енисея не удалось. Тем не менее, все благополучно закончилось для красноярцев. Илья Попов один на дуге, но играет дальше хэндофф. Джордан Мэттьюс. Тяжелая достаточно атака, и отбивается Астана. Шанс быстрое нападение организовать. Роберт Пан очень обидно здесь не вылавливает передачу.
действительно, действительно здорово уходили. И получили хорошую возможность, однако лишь вот в завершающей стадии мяч выловить не получилось. Илья Попов получает мяч спиной к кольцу. Будет ли обыгрывать Мартин Шамерсу? Илья вполне может. Да, под кольцо и нет. Все же нет. Максим Марчук, смотрите, как активно тоже идет на щиты. Заброс еще один на Мейерса. Здесь он тоже попробует что-то создать. И Попов фолит. То есть первый фол для Енисея. Илья порядка 14 минут в среднем в единой лиге ВТБ проводит в этом сезоне. 6 очков набирая. Ну и здесь пытался оказать давление на Мейерса. Так, арбитры дали фол. Майкл Томпсон. Передача на Адониса Томаса. Адонис хочет в центр, но там контролируют его движение соперники. Роберт Пан промахнулся. Открытый дальний бросок. И сейчас в посте защищается против Лейтона Хэммонса. Не стал фалить сразу. Пробует обороняться на ногах. Хэммонс уверенно разворачивается внутрь, но не забивает. Сам же забирает подбор. Еще один подбор. Там много игроков соперника. Но все равно хочет забить этот мяч самостоятельно. А вот здесь Илья Попов хватает второй уже фол. И не исключено, что в ближайшее время мы увидим на площадке Дастина Хога. Вот так и есть. Вот так и есть. В следующей же паузе Дастин Хог появляется. 22 номер. В этом сезоне на счету американца 12 очков и 8 подборов за 25 игровых минут. Причем стоит отметить, что по подборам единой лиги ВТБ он на данный момент находится на втором месте. Среди всех игроков вообще единой лиги ВТБ. Больше него подбирает только Алан Уильямс из Локомотива, но, в общем-то, Алан Уильямс, скорее всего, на площадке уже в этом сезоне не появится. Получил центровой Локомотива серьезную травму. Заброс на Лейтона Хэммонса. Еще один в пост. Роберт Пан опять пробует это обороняться. Лейтон Хэммонс на этот раз придумывает бросок с отклонением и забивает. Там времени уже оставалось мало на атаку, но Лейтон Хэммонс, да, в этот раз решил не продавливать. Решил сделать бросок с отклонением и сделал это очень удачно. 7-0. Астана первую половину отрезка без набранных очков. Да, очень тяжело. Нападение действует команда. Майкл Томпсон! Вот кому удалось все же прервать эту серию промахов. Здесь два заслона наверху. Мэтьюс самостоятельно бьет три. И мы видим, что да, на щит Енисей не идет, предпочитая сразу вернуться в защиту. Здесь два заслона для Джеремая Хилла. Хилл! Вот, пожалуйста, две трехи сразу от Астаны. 5 минут без набранных очков, зато вот следующие 30 секунд. Сначала Майкл Томпсон, затем и Джеремай Хилл забили по дальнему броску. Тимофей Якушин пока не обозначает какой-то обыгрыш. Дает мяч на Кэрена Джонсона. Еще один заслон от Дастина Хога. Все, мяч довели до Лейтона Хэммонс. Как много трехочковых у нас на старте. Теперь вот попытка в исполнении Енисея, да, у нас получается 4 трехи за 6 минут. Будет ли перехват? Дастин Хог не доставил мяч Джордану Мэтису, но, тем не менее, продолжится атака Енисея. Двойная замена готовится у гостей. Это Сергей Митусов и Итайус Бэттл. Соответственно, на площадке появляется, скорее всего, Кэрон Джонсон. Площадку покинет. Ну и когда же Михаила Кулагина мы увидим, интересно. Пока защитник Енисея на площадке не появлялся. Нет, Кэрон Джонсон и Тайус Бэттл появились. Соответственно, ушел Джордан Мэтис и ушел Тимофей Якуш.
Итак, у Астаны же. У Астаны Николай Бажин. Выходит вместо Роберта Пана. Ну и вот как раз Джеремай Хилл, вышедший, поменял Максима Марчука. Итак, продолжает идти время, увидим на счетчике. Сейчас как оно закончится. По всей видимости, да. Продолжится игра. Счетчик вернется в предыдущее положение. Все правильно. 3:46. У нас остается играть в первой четверти. Хэммонс. Передает мяч Сергею Митусову. Сразу Дастин Хок предлагает заслон. Не сразу проваливается внутрь. Ну и здесь фол. Фол в поле от Майкла Томпсона. Третье нарушение правил для Астаны в этой четверти. Да, сказал я про предыдущий матч Енисея, который команда Дражнадзовича выиграла. А пока Дастин Хок идет под кольцо. И вот его первые два очка в матче. Двукратное преимущество красноярцев. 12-6, да. Енисей победил Калев на выезде 86-75. А вот Астана уступила Автодору дома здесь же, на арене Велотрек Сыроярка, который, к большому сожалению, также пустует, как и в предыдущих матчах этого сезона. Это фол в нападении. Фол в нападении, здорово подставился Тайус Бэттл. Ой, прошу прощения, Дастин Хок, конечно, остался в неподвижном положении. И смотрим сюда. Соблюдает принцип вертикальности, принцип статичности. И Николай Бажин его с ног сбивает. Да, Астана проиграла дома Автодору, пропустив довольно много, 92 очка. Ну и ключевой стала третья четверть, когда подопечные Эмили Райковича забили всего 11 очков, однако пропустили 25. Причем первую четверть они выиграли с разницей аж в 10 очков, набрав целых 29. Ну и мы видим, что в этом матче абсолютно другая картина пока. За 7 минут всего 6 очков. Ну а здесь Тайус Бэттл, и против него как здорово защищается Девин Уарбл. Шанс Астаны в раннем нападении набрать очки. Майкл Томпсон из левого угла попадает. Пока все очки Астаны в этом матче это трехочковые. Это трехочковые уже 3-6. На счету хозяев. Бэттл. Пик-н-ролл с Комиссаровым. Митусов поднимается наверх. Угрожает проходом. Но Хилл здесь плотно обороняется. Высоко тут поднимается и Дмитрий Гаврилов, который, видимо, так сильно не хотел, чтобы последовал заслон от Дастина Хога, что прихватил того руками. И это фол. Фол четвертый. И нет, пятый уже, вот обновился сейчас счетчик. Соответственно, два штрафных броска. И в бонусе у нас будет Енисей до конца первой четверти. Что на самом деле команде действительно на руку. С учетом столь быстрых игроков, как Бэттл и Джонсон, которые находятся на площадке и которые умеют здорово очень угрожать проходом. Ну и плюс, конечно, Дастин Хок. Дастин Хок, который тоже, я думаю, своим преимуществом против Дмитрия Гаврилова пользоваться будет. Итак, Михаил Кулагин появился на площадке только вот за 2 минуты до конца первой четверти. Джеремай Хилл. Высокий заступ мы видим от Дастина Хога. Ну а здесь Хилл. Да, еще один заслон. Хог на перехвате попробовал сыграть, но не получилось. Николай Бажин летит 3. Там Енисей справляется очень уверенно. Дастин Хог забирает отскок. Кулагин показывает, как же партнерам нужно расположиться в этой атаке. Комиссаров просит в пост, но передача идет на другую сторону. Бэттл. Хорошее движение мяча от Енисея. И грамотно очень играет Михаил Кулагин. Высоко вышел Девин Марбл. Кулагин остался просто на месте. И произошел контакт. Контакт, который может позволить Михаилу набрать первые очки в матче. Всего у него в этом сезоне, как я уже сказал, практически 16 за игру.
2 из 2, уверенно, Михаил Кулагин, скамейку Енисея нам сейчас показывают. Да, и команда, говорил Даражин Анзулович в интервью, что команда только вчера утром прилетела в Нур-Султан. К тому же очень-очень тяжелый был переезд из Эстонии. И по большому счету не удалось полноценно потренироваться из-за общей усталости после тяжелой дороги. Ну, вот здесь Михаил Кулагин нарушает правила на Девине Марбле. А это Джеремайя. Еще одна треха от него. На этот раз очень неточно Кулагин. Мяч арбитру передает. И у нас 1,5 минуты до конца первой четверти. Бэтл. Хороший заслон ставит. Но фол в нападении все-таки дали. Да, Кулагин в спину Дмитрию Гаврилову поставил заслон, дабы Дастин Хок вышел на получение как раз в пост. Но арбитры сочли этот заслон некорректным. Так, к слову о штрафных Михаила Кулагина. У него довольно высокий процент в этом сезоне. А Николай Бажин все же треху забивает. И это четвертая треха Астаны в первой четверти. Да, все очки команды — это трехочковые попадания. 12-16. Тайус Бэтл с мячом дает Кулагину. Пик-н-поп получается с Артемом Комиссаровым. Комиссаров внутрь. Но оборонялся здесь Николай Бажин. Последняя минута первой четверти у нас идет. Джеремайя Хилл на Майкла Томпсона. Еще один треугольник. 5 трехочковых в одной четверти. 5 из 10 забивает Астана. И вот благодаря действительно такому хорошему достаточно проценту сокращает разницу до минимума. Кулагин. И что показывает судья? Мяч. Мяч Астане. После первого пик-н-ролла сразу же Кулагин пробовал пройти под кольцо, но получилось неудачно. Мяч потерял. Причем эта потеря уже для Енисея 6-я. И у Астаны 7 потерь в первой четверти. Ничего себе. Интересно, при том, что в среднем по этому сезону довольно немного потерь обе команды имеют. Да, то есть можно сказать, что они выполняют сейчас свою норму за половину. И эндван от Девина Марбла. Под конец первой четверти. Вот они, первые очки Астаны с ближней дистанции. Под Дастина Хога прошел Девин Марбл. Хорошая ситуация для него. И выводит впервые в матче Астану вперед. Между прочим, отправится на линию штрафных. Но не забивает. Что показывают. Кто-то из игроков Астаны раньше на подбор пошел. Соответственно, 2,6 будут. Мяч вводится сбоку. Соответственно, это шанс для Енисея вполне такой осмысленный бросочек совершить. Да, в этом сезоне 12 потерь делает Астана, что-то довольно немного. Но вот Енисей больше всех в единой лиге ВТБ. 16 в среднем за игру. И еще раз напомню, что у Астаны уже 7 потерь только вот за одну первую четверть. Тайус Бэтл! Но тут тяжело действительно ему было. Активное сопротивление. И первая 10-минутка на этом завершена. 17-16. Минимально хозяева впереди.
Все готово к старту второй четверти матча Астана-Енисей. 17-16. Пока у нас такая малорезультативная игра. И действительно, действительно много команды на самом деле ошибаются. Пока 7 потерь у Астаны и 6 у Енисея. Причем, да, за первую четверть Астана сделала больше потерь, чем все. В среднем так получается за половину. У них 12,5 потерь только за матч. И это третий показатель в единой лиге ВТБ. Итак, Джордан Мэтьюс на ваших экранах появляется. Он вновь на площадке. Вышел он с первых минут, затем убрал его на скамейку Дражан Анзолович. Тайус Бэттл против Дэвина Марбла остается. Мяч довел в пост на Хока. Хок против Гаврилова. Хок, конечно, побыстрее, более подвижный. Ну и вот здесь последовала неточная треха. У Енисея пока 2 из 5 с дальними бросками. Все, в принципе, неплохо. Но у Астаны, опять же, 5 из 10. Джеремай Хилл внутрь делает передачу. Фол на Гаврилове. Гаврилов очень быстро, стоит отметить, провалился внутрь после этого заслона. Смотрим момент. Да, Лейтон Хэммонс здесь правила нарушал. И как со штрафными у Гаврилова? Все довольно неплохо. Мы видим обе попытки в цель. Ну и вот как раз, да, Гаврилов. Это довольно неплохая такая опция на короткие минуты. Мы видим здесь такой сдерживающий прессинг от Астаны. Митусов на Хога. Ой, как неудобно. И все заканчивается потерей. Потерей. Мяч опять отдают Астане. Показали за кольцом. Который сейчас атакует хозяева, сидел Валерий Тихоненко. Собственно, генеральный менеджер этой команды. Дмитрий Гаврилов. Пик-н-ролл с Джеремай Хиллом. Обратите внимание, высоко Дастин Хок поднимается на заступе, дабы не дать издали выбросить Хиллу. И слишком долго здесь принимал решение Гаврилов. 3 секунды дали арбитры. Пока довольно невысокий темп игры. Мало контратак, мало атак в раннем нападении. Вот, ну а здесь Дастин Хок быстро провалился под кольцо. Джордан Мэтьюс пошел внутрь, и его с помощью нарушения правил только остановили. Фол, опять же, Дмитрию Гаврилову. И для него фол второй. Две попытки от Мэтьюса. Обе точно. Да, в прошлом сезоне Джордан Мэтьюс выступал в чемпионате Италии, между прочим, за Кремону. И набирал порядка 10 очков. Рустам Мурзагалиев на позиции первого номера у Астаны. В общем-то, капитан команды. Опять высоко, как посмотрите, играет Дастин Хок на заступе. Но его преимущество в скорости, в общем-то, позволяет это делать. Раз здорово Енисей отбивается. Мэтьюс. Говорит Батл уйти на другую сторону. Лейтон Хэммонс спиной к кольцу. Пошел сам обострять, но не забил. В любом случае, еще одна атака будет у Енисея. Шанс выйти вперед. Лейтон Хэммонс под правую руку теперь. И вновь неудачно. Марбл остановился, выбросил и забил. Считать, показывают арбитры. Дэвин Марбл. Еще один его точный бросок с фолом. Между прочим, ну вот 3 очка в предыдущий раз вместе с бонусным штрафным принести не сумел. Дэвин Марбл был выбран на драфте НБА, между прочим, в 2014 году под 56-м номером
Выбрал его тогда Денвер Наггетс. Но... что-то да. Был он одно время в системе Орландо Мэджик, но после поехал в Европу. Играл в чемпионате Греции, в Италии. Ну и вот, переехал в Астану. Еще два очка. Теперь это делает Тайус Бэтл. 21-20. 2,5 минуты у нас все позади. Антон, во второй четверти Антон Пономарев появляется на площадке. Джордан Мэтьюс. Ничего себе. Енисей вновь впереди. Очень здорово красноярцы играют на перехватах. Кстати, сегодня уже не первый раз. Здорово они прерывают передачи соперника. И это четвертый, кстати говоря, уже четвертый перехват для Енисея. И тайм-аут берет Эмиль Райкович. Первый вообще тайм-аут в этой встрече. Стоит отметить, что у Енисея, в общем-то, все те, кто в заявке, уже на площадке появлялись. У Астаны, да, у Астаны все-таки нет сегодня в заявке у Эрси Силинша. Ну и вот как раз-таки из тех, кто готовился к этой встрече, только Вадим Щербак пока на площадке не появлялся. Еще раз нам показывают точный бросок с фолом Дэвина Мартла. У него в этой встрече уже 4 очка, но самый результативный в составе Астаны это Майкл Томпсон. У него уже 9 и, опять же, 3 из 4 с дальней дистанции. У Енисея 6 набрал Джордан Мэтьюс. Хилл начинает новую атаку Астаны. Сергей Митусов против него. В посте тут оказался Мартин Шмейерс. Вернулся на площадку. И Хэммонс не позволил ему как раз лицом к партнеру, лицом к мячу развернуться. Предпочел сфолить. И этот фол уже третий для Енисея. По всей видимости, да, замена сейчас произошла. И неужто вновь Илья Попов на площадке? Так и есть, по 27 номерам. А это пас внутрь, правда, не забивает Мартин Шмейерс. Да, ушел. Соответственно, Лейтон Хэммонд с площадки. Мэтьюс. Доводит до Ильи Попова. Попов против Мэйерса уже пытался сегодня обыграть. Еще один шанс. Попов довольно долго. И не точно. Не знаю, не взвинчивают, в общем-то, команды темп. Еще одна трешечка. Уже вторая атака Астаны в этой четверти с дистанции. Да все мимо. Митусов решил все-таки пойти в центр. Пас на Попова. И Илья набирает свои первые очки в этом матче. Да. Два броска до этого с игры промахнулся. Сейчас забил. Ну и очень грамотно сыграл Сергей Митусов. Казалось бы, остался один на дуге. Можно было атаковать. Но нет. Здесь Хилл. С обратной стороны кольца промахнулся. Шанс Енисея. Увеличить преимущество. Есть в углу игрок. Тайус Бэтл. Все же не забил Тайус Бэтл. Действительно, Енисей немного трех традиционно выбрасывает. Опять же, в том матче против Астаны выбросили 14 всего за игру. Забили 8. Пока вот 2 из 6. У гостей. Ну и здесь... Антон Пономарев останавливает ход Сергея Митусова. С учетом того, что этот фул второй команды, думаю, что вполне спокойно отреагирует на такое решение своего игрока Эмиль Райкович.
Так, здесь еще одна пауза у нас. Возможность для тренеров немножко переговорить со своей командой. Арбитры пошли посмотреть. Один из моментов. Ну вот, да. Этот бросок цели не достиг. Но не думаю, что его смотрят арбитры, скорее всего. Может, время уточняли оставшееся. Что там? А, неспортивный фол! Все-таки неспортивный выписали в предыдущем эпизоде. Антону Пономареву. То есть, или то, что умышленно он сыграл против Сергея Митусова. Ну как? Мне кажется, умышленно и так было бы умышленно. Но вот лишение возможности, очевидной возможности набрать очки. Именно так посчитали судьи. Митусов оба реализовал и уступает сейчас свое место на паркете Кэрону Джонсону. 5:38 еще играть в первой половине. Комиссаров пока отмалчивается. Артем без набранных очков. Сейчас попробовал пойти в проход. И браво, Джеремай Ахилл. Первым же устремился в нападение. После того, как выбил мяч у соперника. Ну вот. Майкл Томпсон предпочитает организовать позиционку. Попросил рога. Соответственно, два заслона. И один игрок остается наверху. Антон Пономарев. Пробует три. Пока обе команды здорово играют на своем щите. Для Енисея это уже 13-й подбор. На своем 3 они взяли в нападение. У Астаны пока 2 подбора в нападении. Попов развернулся, сделал скидочку. Комиссаров все-таки попадает. Артем. Первые его очки в матче. Первая треха, соответственно. 3-7 становится у Енисея. И это пока максимальное плюс 8. Преимущество для гостей. 4:40 играть в первой половине. Проваливается Мэрс. Все-таки ищет кого-то на дуге. Джеремай Хилл пускает мяч на переднюю дужку. И браво, Тайвс Бэттл. У Бори высокорослого игрока выигрывает подбор. Но все же мяч у Астаны остается. Ой-ой-ой. Что сейчас могло произойти? Дотянись Джеремай Хилл до этого мяча. Могли бы мы увидеть путбэк Якушин. Ну и вот они, очки в быстром нападении. Вот он, Тимофей Якушин. Тот, кто еще пока вот не набирал очки. Стоит отметить, что это пока вообще единственный игрок Енисея, у которого не было очко. Да, соответственно, такой редкий достаточно момент. К середине второй четверти все вообще в очках у команды. Да, и тайм-аут. Тайм-аут берет Эмиль Райкович. Минус 11 сейчас у Астаны при счете конкретно в этой четверти 16-4 в пользу Енисея, да. Много свободы получают. После лидеры. И, безусловно, те игроки, вот, которые не часто, в общем-то, угрожают кольцу, но могут вполне это делать с высоким процентом. Говорю про Тимофея Якушина и Артема Комиссарова. Вот сейчас позволили им набрать очки. В том, что Комиссаров вообще абсолютно свободно атаковал. Но Якушин такую достаточно сложную треху забил в контратаке. Итак, Адонис Томас, мы видим, возвращается на паркет у Астаны. По-моему, Дэвин Марбл площадку покинул. Дэвин Марбл, который... Да, 4 очка набрал, но не сказать, что был особенно активен в нападении. А вот Адонис Томас, он регулярно как раз и получал передачи, и как-то продолжал атаки. А здесь Джеремай Хилл. Какой бэкдор! И мяч с фолом он забивает. Причем важный момент сейчас для Астаны. Этот фол для Ильи Попова становится уже третьим. С учетом того, что выбор сегодня у Дражина Анзуловича среди четвертых и пятых номеров невелик, то это действительно
усложнит, в общем-то, задачу. Да, два фола уже у Хэммонса. И три становится у Ли Попова. И вот Дастин Хог. Дастин Хог вновь на площадке. У него один фол. Мы видим, что зоной встала Астана. Джонсон на Комиссарова. Дальше Тайус Бэттл. Довели до Хога. Хог против Мартинша Мейерса. И не забивает Дастин. Вот она защита от Астаны. В этот раз сработало действительно здорово. Но пока, опять же, серьезные проблемы в нападении есть. И вот как раз за исключением той вспышки трехочковых, которую мы увидели в самом конце первой четверти, ничего Астана, так скажем, на длительной дистанции пока предложить не может. То есть стабильно очки набирать не получается. Здесь довольно сложная атака уже, можно сказать, вынуждена на последних секундах владения от Адониса Томаса. Тайус Бэттл со средней. Вот он любит и выполняет регулярно такие броски. После заслона часто идет в центр и бросает со средней. Джеремай Хилл! Шестой трехочковый Астаны следует. И для Хилла это второе попадание из-за дуги. И вот минус 11 превращаются в минус 6. Вот теперь время взять паузу Дражину Анзуловичу. К тому же у него такая возможность есть. И немножко, я думаю, таким образом остудить соперника. Ну и, друзья, напомню то, что следующий матч Единой Лиги ВТБ пройдут уже 7 ноября, в воскресенье. Ну, там очень богатый игровой день, сразу 4 матча. ЦСКА дома принимает Калев, Автодор дома встречается против Уникса, Смоки против Зенита и Зеленогура против Нижнего Новгорода. Ну и матч недели Единой Лиги ВТБ в понедельник, Химки против Локомотива Кубани. Интересная тренерская дуэль Андрея Мальцева и Евгения Пашутина. Все, конечно же, в полном объеме на телеканале «Старт» и официальном сайте Единой Лиги ВТБ. Джеремай Хилл остается, по всей видимости, на паркете. Ну и вот Михаил Кулагин, который пока сыграл всего лишь 2,5 минуты. Заработал 2 штрафных и совершил 2 потери. Между прочим, как раз свой отрезок. Получится ли второе появление на площадке для Михаила более успешным? Сейчас узнаем. Ну что, зонный прессинг. Казалось, предложила Астана. Кулагин. На Керена Джонсона. Пошел заслон от Хога. Дальше пас на Комиссарова. Комиссаров все-таки предпринял попытку обыграть, но слишком поздно это сделал. С учетом того, что мало времени оставалось на бросок. Истекали уже эти 24 секунды. И потеря под номером 9 уже для Енисея. Мейерс поставил заслон. Ой, какой бэкдор опять от Хилла, но слишком уже под кольцо он как раз зашел. И тяжело было атаковать, зато здорово довели опять до Мартинша Мейерса. Ну и вот в этот раз Мартинш забивает. Для него тоже первые очки в матче. 28-32. Дастин Хог награждается фолом в нападении. Казалось, что бедро чересчур выставил в том эпизоде. А, да, ногу. В общем-то, да, даже не бедро выставлял. Просто, во-первых, он ногу оторвал. Во-вторых, да, в общем, некорректно. Некорректно сыграл. И это для Дастина фол второй. До конца решил проходить, но не забил Николай Бажин. Еще один шанс для Астаны. Джеремай Хилл. Из этой точки он уже забивал. Сегодня... Сейчас не получилось. Бажин сам подобрал и сам же решил бросить. 17-е и 18-е трехи вообще для Астаны. Действительно очень много за одну половину. Хог под кольцом. Был близок действительно к тому, чтобы забить с фолом.
но не вышло. И опять там Джеремайя Хилл очень эмоционально на этот эпизод реагирует. Что-то говоря своим партнерам. Мэйерс фол. А, или это он так скорее отреагировал на решение арбитров. Хок мажет. Потому что со штрафными в этом матче у Енисея все было хорошо. Вот это вот 9-я попытка и первый всего лишь промах. Тогда как у хозяев. Хозяев пока не все так. Ладно, 2 из 5. Тайс Бэттл вновь на паркете под номером 25. Кого убирает с площадки тренер? Дастина Хога. Интересно. Интересно, маленькая пятерка от Енисея. Здесь трудно сказать, кто будет таким номинальным центровым. Может быть, Артем Комиссаров. Кулагин увидел, что защитник в полупозиции находится. Бросил 3. Артем тут агрессивно идет на щит, но подбор уверенно забирает основа. Да, пока. Пока команда мало что позволяет Енисею на своем щите забирать. Трешечку от Майкла Томпсона. 12 очков уже у него. 4-я 3-я из 5. И Астана уже в минус 2. Уже в минус 2. За полминуты до конца первой половины. Бэттл отдает Кулагину. Кулагин на Комиссарова. Комиссаров вторую 3-ю. Нет, не бросит. Пошел в проход Артем. Отбился Мейерс. И теперь раннее нападение Астаны. Хилл. Хилл. Хилл на лидерство. Нет. Но есть подбор. Есть подбор в атаке. И да, Донис Томас сравнивает счет 31-33. И он как раз, да, еще остается. Остается тайм-аут в распоряжении Дражина Анзуевича. Он берет эту паузу. То получается 10-1 у нас. Рывок Астаны. Хотя показывают, что паузу взял Эмиль Райкович. Мы видим, что Показов ничего своей команде не говорит. Ну, а Дражин Анзуевич здесь активно, активно что-то подсказывает как раз-таки в основном Бэттлу и Кулагин. Итак, Майкл Томпсон, Роберт Пан. Мы видим на последний отрезочек. У Астаны. Здесь Джордан Мэтьюс, да. Больше игроков становится у Енисея сейчас на площадке, которые действительно могут бросить. Кулагин, Кэрон Джонсон, Якушин, Мэтьюс. И неужто Бэттл? Так и есть, да. Все 5 человек действительно активно могут угрожать 3-очковым. И понятно, почему Дражин Анзуевич их выпустил в этой концовке. И очень грамотное решение сейчас Майкла Томпсона. 5,6 секунды всего остается у Енисея. Но, тем не менее, больше фалить нельзя хозяевам, иначе это будет пробиваться. А, или нет, это третий фол, значит, еще одна возможность есть. Джордан Мэтьюс на переднюю дужку мяч пускает. И Джеремайя Хилл. Это только в верхний край счета. 33-33. Завершается первая половина матча в Нур-Султане. Астана и Енисей. Пока у нас действительно равная игра. Не такой высокий ритм пока, довольно много потерь. Но, тем не менее, очень интересно будет посмотреть, что же изменится во второй половине. А пока ненадолго прервемся.
Keep going in mind, it's flow. Never seen it.
акционерное общество, фонд национального благосостояния «Самрук-Казна». Все готово к старту второй половины матча в Нур-Султане, где местная Астана принимает Енисей. И равенство у нас после двух четвертей 33-33. Равенство у нас как и по подборам 20 против 20, так и по количеству потерь. По 10 совершили команды. Много-много достаточно ошибок было. Тем не менее, игра довольно интересная. И пока предположить, кто же сегодня победит, очень-очень сложно. Действительно, в составе Астаны есть Майкл Томпсон, который набрал уже 12 очков, у него 4 из 5 с дистанции, и он забил как раз, да, 4 из 7 трехочковых. Хозяев у Енисея самый результативный — это Джордан Мэтьюс. У него 6 очков на данный момент. Ну и стартует у нас вторая половина с владения хозяев. Адонис Томас, передача на Максима Марчука. Тот пытался забросить на... Сначала показалось на Мартинша Мейерса, но в итоге, видимо, через треугольник пытались это сделать, то есть через Роберта Пана, но, тем не менее, потеря случилась, так как Мейерс задержался в трехсекундной зоне. Тайвс Бэттл не пытается пока даже обыгрывать, возвращает партнеру на периметр Лейтон Хэммонс, хэндофф с Кереном Джонсоном. Джонсон против Роберта Пана в этой ситуации. Как распоряжается мячом. И скидочка на Дастина Хога очень своевременная. Дастин набирает уже 7 и становится самым результативным игроком в составе гостей. Дастин Хог, который, напомню, так же, как и Михаил Кулагин, поедет на матч звезд Единой Лиги ВТБ. 14 февраля он пройдет в Москве на ВТБ-арене. Здесь подбор. Остался вновь за Енисеем. Шанс команды увеличить преимущество. Керен Джонсон на Хога. Хог в окружении нескольких соперников. Избавился от мяча. Он остался у Бэттла. 9 секунд есть еще у гостей. Тайвс Бэттл. Не самая удобная скидочка, но мяч у Керена Джонсона. Керен Джонсон рвет дистанцию. И все-таки не сумел арбитр в действительности этого момента убедить. То есть нашел контакт, но грамотно защищался против него Майкл Томпсон.
Контратака. Нет, не получилось. Максим Марчук прерывает передачу. И вот теперь уже раннее нападение Астаны следует. Промахнулся Адонис Томас. А, то есть не сказать, что... вообще нет быстрых атак. Как бы они периодически есть, но далеко не все они проходят. И далеко не все они заканчиваются броском пока в этом матче. Майкл Томпсон показывает Адонису Томасу занять место в посте. Ну, тут не позволяет Тайус Бэтл подобному случиться. Второй фол для Бэтла. 2 фола еще и у Хэммонса в составе Енисея. Дастина Хога тоже 2 фола. И у Кулагина, кстати, 2 фола. У Попова 3. То есть у Енисея, с одной стороны, не все так гладко. С другой стороны, уже третья четверть. И как бы если у тебя 2 фола на счету, то это не так опасно. Адонис Томас промахнулся. И все же фол на Мэрисе. Да. А мяч коснулся дужки кольца, соответственно, заново должно было быть отмотано время. И Мэрс, который бился за этот отскок, там выиграл он позицию у Тайуса Бэтла. Американец только что нарушил правила. И с 3 фолами отправился отдыхать. Тимофей Якушин под 16 номером вновь на площадке. Ну и Кулагин, да, Кулагин пока играет немного. Всего 5 минут провел на площадке в первой половине. Томпсон на Мэйерса. Тот вновь Адонису Томасу. Адонис промазал. А тяжело обеим командам, на самом деле, дается набирать очки пока в этой встрече. Тимофей Якушин со средней. 4-0 в пользу Енисея в этой четверти. У Якушина 5 очков. И вот как раз-таки, да, он последний в составе Енисея. Набирал очки, то есть как бы Якушин был последним из тех, кто набрал очки в первой половине. Кэрен Джонсон на Михаила Кулагина. Кулагин попросил заслон. Перевел мяч на Лейтона Хэммонса. Хэммонс сразу же с получения бьет 3. 2 из 3 у форварда в этой встрече. И 5-я точная дальняя атака Енисея. Плюс 7. У Астаны вновь возникают проблемы с набором очков. Первые 5 минут этого матча не могли хозяева забить. И вот уже практически 4 минуты третьей четверти. Но вот прерывается эта серия. Майкл Томпсон забивает. Майкл Томпсон доводит свой лицевой счет уже до 14 очков. Но опять же, пока его усилий недостаточно. Кулагин под давлением Максима Марчука оказывается тут. Размен произошел, и Мартин Шмейерс угодил тут Михаилу по лицу. Второй фол Астаны у Мэйерса персонально. Это 3-е нарушение, кстати. Еще раз смотрим этот момент. Но все хорошо с Кулагином. Вот он уже получает мяч. Хок, высокий заслон. Здесь в один момент 2 игрока сосредоточилось на Кулагине. Джонсон вновь на Михаила. И вот здесь вот он, по мнению арбитров, злоупотребил свободной рукой, когда пытался пройти внутрь. И теперь вот ему фол в нападении. Причем фол для Кулагина уже 3-й. Но обратите внимание. Да, Сергей Митусов все-таки подходит здесь к судейскому столику, оповещая о замене. Поэтому, скорее всего, в ближайшей паузе он появится именно вместо Михаила Кулагина. 3-ха из левого угла. Это Николай Бажин. Мяч угодил в верхний край щита. Кэрен Джонсон
Двери мяч до Якушина. Якушин с дальней дистанции. Но не точно. И тут Хога. Хога оттесняли. Дастин сигнализирует арбитрам, что это было с нарушением правил. Но игра продолжается. И у нас уже середина третьей четверти. Томас под кольцо. И левую руку здесь ему не закрыли. И Дражин Абзулович эмоционально реагирует на такую защиту. Кулагин внутрь пытался обострить Кэрон Джонсон, но неудобно. Неудобно оказалось Дастину Хогу принимать этот мяч. Итак, да, уходит Джонсон. Уходит и Хог. Да, все-таки Метусов, все-таки Кулагин остается на площадке, да, и в паре с Метусовым сейчас будут действовать Лейтон Хэммонс, Илья Попов и Тимофей Якушин. Ну и в составе Астаны Николай Бажин, Дмитрий Гаврилов. Обратите внимание, вместо Мартинша Мейерса, Адонис Томас, Девин Марбл и Майкл Томпсон. Бажин сам решил атаковать. И фол Попову. Фол Попову, с которым не согласен как сам игрок, так и Дражин Анзулович. Причем Дражин Анзулович, мы видим, обращается к арбитрам. Если действительно... Да, все-таки этот фол признают, то это четвертое нарушение правил для российского центрового. Потому что на площадке на данный момент он провел всего лишь 7,5 минут. Да, то есть игрок появляется с 3 фолами, и в первом же владении хватает четвертый. Это сразу добавляет Дражину Анзуловичу головной боли сейчас. Ну и вот, да, Бэттл и Кулагин. У них тоже 3. Но выбор, в общем-то, в задней линии серьезный. Есть еще и Артем Комиссаров. Он как бы форвард, но стоит отметить, что с его универсализмом он может на разные позиции играть. К тому же современный баскетбол. Можно отметить, что это действительно становится баскетболом. Где-то даже и без позиции. Кулагин! Первый дальний его бросок сегодня. Точнее, нет, первый дальний бросок во второй половине. Да, он 2 всего дальних выбросил в первой части этого матча. А это Дмитрий Гаврилов. Дмитрий Гаврилов, который как раз вот в свой отрезок выглядит очень даже здорово. 7,5 минут и 4 очка. 40-40. После неудачного старта четверти сравнивает Астана счет. Метусов внутрь пошел. Казалось бы, уже нашел контакт, но нет. Говорят арбитры. И контратака Астаны заканчивается данком Николая Бажина с фолом. Какой момент. И Астана выходит вперед. 9-0. Рывок хозяев. И может быть 10-0, если Николай Бажин забьет штрафной. А как включается Астана? Очень важный момент, при том, что даже тайм-аута не брал Эмиль Райкович, пока в этом отрезке. Все равно команда... Команда, да, долго, но все же раскачивается, и команда вышла вперед. Но вот со штрафными, да, со штрафными весь матч у Астаны не очень. Сегодня 3 из 8 всего лишь, тогда как у Енисея 9 точных попыток из 10. Кулагин. Перевод на противоположную сторону. Тут Тимофей Якушин. И опять же. Опять же, подбор, кстати, мы можем наблюдать за Енисеем. Пока 20... Не, ой, наоборот, за Астаной. 27 против 24. Начинали команды. Тогда отрезок. Равным показателем. Адонис Томас. Еще 2. И вот теперь Дражин Анзулович вмешивается в игру минутной паузой. И теперь вот, да, 11-0. 11-0 буквально за 3 минуты. И это
Это момент, конечно, сейчас обратиться к команде. По игровому времени. Пока у нас лидер в составе Астаны Майкл Томпсон. 22 минуты он провел на площадке. У Енисея больше всех играет Кэрон Джонс. Почти 19 минут. 17 провел Дастин Хок. 16,5 Якушин и Лейтон Хэммонс. Вот в составе Астаны, да, 20, как я сказал, уже 22 минуты Томпсон. 18 минут Мейерс. 19 минут Адонис Томас. Ну и вот 15 минут Джеремай Хилл. Все остальные меньше. Томас вместе с Марблом на площадке. Продолжают оставаться. Джордан Мэтьюс вновь появляется у Енисея. Джордан Мэтьюс, Лейтон Хэммонс, Михаил Кулагин, Тайус Бэттл и Дастин Хок. Это на пятерка гостей. Да, Томас, Марбл, Бажен, по-моему, Томпсон и Мейерс. У Астаны. Нет, все-таки Дмитрий Гаврилов. Все-таки Дмитрию Гаврилову. Дает возможность показать себя Эмиль Райкович. Кулагин вышел под получение, но даже не смотрел в его сторону. Тайус Бэттл, Джордан Мэтьюс на Лейтона Хэммонса. Хэммонс, еще одна дальняя атака. Сам же подбирает и пас обратный. Обратный Джордану Мэтьюсу. Будет ли третья возможность для Енисея? Нет, не будет. И кому мяч? Мяч Астане. Да, браво, браво, Адонис Томас. Прочитал эту ситуацию, вышел на перехват и... позволил своей команде. Да, позволил своей команде отбиться. Потому что тут Майкл Томпсон просил даже не спортивный. Хотя теоретически подобные ситуации вот иногда так трактуют. Все зависит от того, как сыграл против Адониса Томас тогда игрок. Дастин Хок. Дернет он его рукой, думал, был бы не спортивный. Но здесь, по-моему, просто столкнулись они. Марбл на Адониса Томаса. На мяч у Дэвина. Гаврилов предлагает зашло. Марбл говорит, я сам брошу. Мяч прокатился по верхнему краю щита и упал в руки Джордану Мэтьюсу. Мэтьюс на Бэтла. Мяч Кулагину. Кулагин всех расставил, попросил заслон от Дастина Хога. Кулагин. Скидочка. Мэтьюсу. Вновь мяч у Михаила. Кулагин. Одна секунда на владение. И Михаил все же с четвертой попытки. Да попадает дальний. И сокращает разницу до самого минимума. 44-43. Томпсон. Любит такие бомбочки подвешивать. Сегодня, правда, первый раз мы такое от него видим. Шанс для Енисея выйти вперед. Дастин Хок. И... фол защите все-таки показывают арбитры. Дмитрий Гаврилов. Хватает свой третий фол. Да, попытался вот именно встретить Дастина Хога, не спровоцировать фол в нападении. А полноценно надо защищаться. Но Хог был действительно на достаточно высокой скорости в том эпизоде. И сейчас может вновь вывести свою команду вперед. Да, Дастин Хог. 5 из 6 у него сегодня со штрафными. 9 очков. И уже 6 подборов, кстати. Напомню, сезонная норма у Дастина 8,5. В среднем за игру. Дмитрий Гаврилов. Проваливается внутрь. И все же доходит до него мяч. Но там Хок оказывал давление. Хок оказывал давление и не позволил чувствовать себя спокойно. Гаврилову. Мэтьюс. На Дастина тут подстраховка есть лицевую. И четвертый фол Дмитрия Гаврилова. Все же этой подстраховки
казалось, недостаточно для того, чтобы отбиться. Тем временем у нас всего 33 секунды до конца третьей четверти. Смотрим, Хог здесь как оттеснял Дэвина Марбла свободной рукой. Развернулся. Ну и Гаврилов, вновь очень жестко встречает. Второй промах всего лишь для Енисея в этом матче с линии штрафных. 25 секунд еще играть в третьей четверти. Джеремай Хилл со средней на равный счет. Нет, и кто заберет отскок? Отскок забирает Тайвс Бэтл. Сразу же переводя мяч Джордану Мэттису. Это последняя атака в третьей четверти. Все лишь 7 секунд. Дастин Хог получает передачу комиссара в Кулагин. Будет завершать четверть. И попадает Михаил Кулагин. 44-49. Уходит на перерыв перед заключительной 10-минуткой. Гости в статусе лидера. И Михаил Кулагин в этом отрезке дважды забил с дистанции. Всего у него 8 очков. И действительно, да, Енисей лучше начал эту четверть. 7 к ряду очков набрал. Затем был уже от Астаны рывок 11-0. Но все же красноярцы, благодаря, думаю, что в том числе и тайм-ауту, который взял Дражин Анзулович, сумели выйти в лидеры. И остается у нас всего 10 минут играть в основном времени этого матча. Стартовала четвертая 10-минутка в Нур-Султане. Астана и Енисей 44-49. Михаил Кулагин получил в третьей четверти куда больше игровое время, чем в первых двух отрезках сыграл. Да, почти всю третью четверть. 13 минут. В сумме пока у него было всего 5,5 по итогам первой половины. Артем Комиссаров пробует издали. И вновь. Вновь атака Енисея на исходе владения. И вообще подобных атак в исполнении обеих команд сегодня много. Очень здорово играют в защите. Майкл Томпсон. Да, очень много, здорово играют в защите обе команды. Стоит отметить. Тайвс Бэтл. Мяч у Кулагина. Кулагин еще один дальний бросок. Но очень неточно. И опять Енисей забирает чужой щит. Уже порядка 4 подборов в нападении. Енисей забрал во второй половине. Тайвс Бэтл опять на исходе. И вновь не точно. Да, с игры у Енисея всего лишь 15 из 41. Пока Бажин! Это не первые очки в четвертой четверти. Да, и у Астаны тоже примерно такой процент. 17 из 46. Ну и вот здесь
фол Мартин Шумейерсу. Вписывают арбитры. Это четвертый для него на четырех, и Дмитрий Гаврилов. И сейчас, что же, решит Эмиль Райкович. Есть у него еще на скамейке Антон Пономарев. Либо, да, призывает защищаться сейчас свою команду. Дэвин Марбл. Остается против Джордана Мэтьюса. Мэтьюс из-за дуги. И здесь щит. Щит помогает Мэтьюсу эту три отправить в цель. 46-52. Здесь двойная опека. И что, спорный? Спорный, да, аплодирует скамейка гостей. Тем не менее, мяч у Астаны останется. А Джеремай Хилл, да, он неплохо действовал в первой плейне, во второй пока не заметен. Марбл сам решил атаковать, хотя там Бажин очень активно двигался. У Бажина-то, кстати, уже 8 очков сегодня. Ну, здесь проход, который что, считать показывают арбитры? Да, все же дотянул. Дотянул его Кэрен Джонсон. Не выключался из эпизода. И даже после того, как арбитры дали свисток, пошел забивать. Смотрим еще раз. Да, в проходе. До последнего. Шел эти два очка реализовывать. И забивает бонусную попытку. Таким образом. Плюс 9. Уже у Енисея. Донис Томас. Очень много ситуаций под него создают. Но пока эффективность, конечно, не лучшая. 4 из 11 с игры. 8 очков. И ни одного трехочкового. Ну, кстати, 8 подборов. Что, в общем-то, может и дабл-дабл сегодня от него увидим. Тимофей Якушин. А Кэрона Джонсона. Кэрон Джонсон останавливает его. Мартин Шмейерс и мяч. Мяч Астане показывают арбитры. И как эмоционально отреагировала скамейка сейчас на этот момент. Еще раз смотрим. Да, тут Мейерс, в общем-то, остается против Кэрона Джонсона. И отвешивает ему блокшот. Здесь Бажин. Под кольцом находит скидочку. Мартин. Ой, какой обидный промах. Обидный промах и хватается за лицо. Латвийский форвард. Вышел Илья Попов. А тоже очень эмоционально. Джеремай Хилл пошел внутрь. И тут скидка очень неудобная, если она шла на Мэрса. И контратака. Кэрон Джонсон. Его накрыли, но мяч остается у Енисея. Якушин на Мэтьюса. Да, Кулагин отправился отдыхать. И Якушин как себя предлагает. И есть один игрок. Это Кэрон Джонсон. Еще одна треха от Енисея. Уже плюс 10. Плюс 10 у гостей. Соответственно, сколько? 9 из 20. Да, Енисей бросает больше, значительно больше трехочковых в этом матче, нежели в предыдущей игре против Астаны. И процент реализации, в общем-то, достаточно высокий. Дэвин Марбл из-под кольца. У него 6. Попов. Да, let's go. Продолжает Эмиль Райкович свою команду заряжать на защиту, но Енисей стабилен. Пока в наборе очков именно в этом отрезке. Здесь блокировку показывают арбитры. Фол Кэрону Джонсону. Фол для него уже четвертый. А, нет, это да, первый фол, все правильно. 3 раза на нем были нарушены правила. Ну и успеваю с Джеремай Хиллом о чем-то переговориться.
Джеремай Хилл. А вот и его попытка с дистанции. На этот раз не точно. Джонсон. Вот он с мячом. Мяч на Попова. Попов все-таки заваливает 2 очка. Ну и плюс 11 у Енисея. Соответственно, тайм-аут просит Эмиль Райкович. Ну что, мы видели рывки в исполнении обеих команд на протяжении всего этого матча. И пока что каждый раз, когда отрывался Енисей, Астана догоняла. И сейчас вот рывок 12-6 конкретно в этой четверти. Сможет ли Астана сократить разницу и устроить нам интересную концовку? Ответ на этот вопрос и на еще многие мы узнаем совсем скоро. Ну и важный момент, конечно, для Эмиля Райковича. И, опять же, защита, то, о чем он говорил своей команде. Сейчас, наверное, для Астаны это самый актуальный момент, который необходимо в следующие минуты улучшить. Итак, Николай Бажин, обратите внимание, продолжает оставаться на площадке. Он в среднем в этом сезоне получает порядка 16 минут. В этой игре уже 21 сыграл. 8 очков, 3 результативные передачи на его счету. Майкл Томпсон, Джеремай Хилл, Дмитрий Гаврилов и Адонис Томас. Также на площадке у Астаны. Тимофей Якушин пытается сдержать Адониса Томаса. И подстраховка в лице Комиссарова. Ну и хорошая работа, говорит Илья Попов. Да, успел Комиссаров вовремя подстраховать. Не пустил под кольцо соперника. А Комиссаров, Попов, Джонсон, Якушин и Мэтьюс на площадке у Енисея. Николай Бажин! Какой показ! И под кольцо пошел забивать Николай Бажин. 10 очков сегодня набирает. Сразу какое-какое давление от Астаны. Что, спровоцирует Енисей совершить ошибку? Нет. Очень достойно. Из-под этой опеки выходят красноярцы. Мэтьюс. На Попова доводить не решили. Попов довольно долго там занимает позицию. И арбитры прекрасно это видели. 3 секунды. Вновь. Много у нас сегодня нарушений правил именно 3 секунд. Но Попову, если я не ошибаюсь, первый раз фиксирует. 4:45 остается играть. 52-61. Майкл Томпсон. Традиционно организатор нападения Астаны выступает. Здесь дошел мяч до Гаврилова. Не сумел лишь большой хозяев зафиксировать его в руках. Керон Джонсон в проходе. Сопротивление нескольких оппонентов. Делает передачу наверх. Дастин Хог. Вот кто в прошлой паузе вышел на паркет. Комиссаров. Его вторая дальняя атака. И вновь точно. Артем Комиссаров. В полном порядке. 6 очков. Все-таки третий дальний бросок. 2 из 3, соответственно, становится. И какая защита от Комиссарова. Теперь Джордан Мэтьюс пошел забивать. И что? Здесь чисто показывают судьи. Соответственно, останется мяч у Енисея. Ну и, кстати, не так много фолов у нас за 6 минут, да, всего лишь одно нарушение правил. Вот Енисей и хозяева всего лишь дважды сфалили. Хок. Под кольцо Комиссарову и опять удачная атака. 6-1 счет после как раз тайм-аута Эмиля Райковича. Енисей увеличивает преимущество до 14 очков. 3:40 всего остается у Астаны на то, чтобы отыграться. Томпсон. Пас дошел до Гаврилова. Гаврилов забил с фолом. Забил с фолом. И для Дастина Хога это 4-е нарушение. Или нет, третий фол, прошу прощения.
Тайуса Бэтла 3 фала. Ну и вот он по сравнению с первым матчем, напомню, 22 очка набрал. 10 дней назад буквально. Против Астаны. Сегодня всего лишь 2 очка, 1 из 5 с игры. И, в общем-то, как-то неважно. Себя показывает Гаврилов. Тоже очень полезный достаточно. Отрезки сегодня проводит. 13 минут, 7 очков. На его счету 2 подбора. Но в защите, конечно, ему тяжеловато. Тяжеловато и просто против Дастина Хога в частности. Бэтл. Ставил Керрон у Джонсона. У Джонсон понял, что нет возможности пройти. Отдал Лейтону Хэммонсу. Хэммонс с сопротивлением соперников. Дастин Хог трешечку. Тоже иногда вполне может попробовать. Бросить издали сегодня впервые. Здесь какая борьба. И мяч, мяч и Енисею там. Машет полотенцами Михаил Кулагин. И думаю, что да, бережет его вот именно на последний отрезок. Главный тренер, не исключено, что в одной из ближайших пауз уже появится на площадке. Все-таки у Кулагина 3 фала. Якушин, еще один дальний бросок. 10-3 от Енисея сегодня. 10-3 от Енисея с точностью практически в 50%. 55-69. Керрон Джонсон свалил. Второй фол для него. Что, замена, замена уходит. Майкл Томпсон, по-моему. Очень нестабилен он сегодня. Удачно стартовал. Однако по ходу матча не смог действительно вот стать лидером этой команды. Стабильно приносить очки, стабильно организовывать нападение. Да, у него 4 результативные передачи. Но Джеремай Хилл тот же самый в обострении. Мне кажется, выглядел интереснее. Да, у Джеремай Хилла 6 ассистов даже. Гаврилов. Схватил 4-й фол. 2:14 остается играть. Хотя, может, у нас Кулагин и не появится. В общем-то, пока думаю, что Дражина Анзуловича устраивает все, кроме этой контратаки, конечно, которая заканчивается или не заканчивается набранными очками. Дмитрий Гаврилов, не трогая мяча, опустил кольцо. Поспособствовал тому, чтобы мяч туда провалился, но подобное запрещено правилами баскетбола. А значит, эти 2 очка арбитры не засчитывают. Хотя казалось бы, что даже без помощи Дмитрия здесь мяч зайдет. Казалось бы, что он уже заходил. Но вот это... Кстати, показывают Майкла Томпсона. Перебинтовали правую руку. Там что-то произошло. Лейтон Хэммонс с обратной стороны кольца. И какой пас ему здесь вырезал, конечно, Дастин Хо. Хэммонс тоже набирает 10. 3 игрока в составе Енисея имеют 10+. Бажин! Что, у него этот власть складывается хорошо. Почему бы и не попробовать в клатче? Атаковать минус 16, полторы минуты. И действительно, время сейчас играет на Енисей. И нет, нет какого-то особого смысла торопиться. Сейчас гостям Лейтон Хэммонс. Еще один точный бросок. Теперь с дистанции. И это плюс 19. И третья победа подряд для Енисея. Близка. Играть еще минуту 20. Ну, за такое время отыграть 19 очков. В особенности по такой игре. С учетом того, что 19 очков ни в одной из четвертей не набирала Астана. Пока что это задача, ну, практически невыполнимая. Ну вот и у Енисея именно 4-я четверть самая результативная получается. 22 очка за практически 9 минут уже. В 3 предыдущих четвертях. Ой-ой-ой, тут Попов. Еще под конец блокшот ставит Бажину. И Бажин фалит на Бэтли, но это лишь в плюс Енисею. Ну что?
Можно будет еще немного времени убить. А, да, да, конечно, меньше 20 очков каждая из команд набирала во всех четвертях. 17-16. 16-17, соответственно, первая и вторая четверть. 11-16, третья. И вот 25-11, четвертая. Tyus Battle. Еще один дальний. Да, у Енисея сегодня летит просто с невероятным процентом. 12 из 24. 50. 50% трех. Но это претендент на хайлайт матча. Николай Бажин. Николай Бажин сегодня проводит, пожалуй, лучший матч в сезоне. 12 очков. И вот такой вот красивый данк после входа в самой концовке. Но команде такой игры не хватает. Команда все никак не может действительно стабильно начать выигрывать дома. Одна победа всего лишь, опять же, над Локомотивом Кубанью. И близится к тому, чтобы было пятое домашнее поражение. А Кулагин Роберта Пана спровоцировал сфалить и отправиться сейчас на линию. Михаил тоже может войти в этот клуб 10+, если два штрафных реализует. У Хэммонса 13, у Мэтьюса 11, у Хога 10. И вот Кулагин, у которого, между прочим, 85% штрафных по этому сезону, тоже довольно хороший показатель. И у Енисея в этом матче 13-16. При том, что в среднем по сезону Енисей реализует 71% всего с линии. Ну и Астаны сегодня, в общем-то, да, за исключением бросков двухочковых, все остальные линейки неудачны. 7 из 27 трехи и 4 из 9 всего с линии штрафных. Ну и, конечно же, 18 потерь. Это очень много при средних цифрах в 12 потерь за матч для этой команды. Джеремай Хилл остался с мячом. Пас на Марбла. И тот все же попадает, делая 60 для Астаны. Но этот матч заканчивается победой Енисея. Третья к ряду победа для красноярцев, которая, в общем-то, увеличивает их шансы на то, чтобы побороться за плей-офф. Важная выездная победа. Важная вторая к ряду, в общем-то, выездная победа над Калевом и теперь над Астаной. И поздравляем мы с этим успехом команду Дражина Анзуловича и всех болельщиков красноярской команды. Астана терпит свое пятое уже домашнее поражение в этом сезоне и третье поражение к ряду. Пока вот, да, победа над Локомотивом остается единственной викторией Астаны в Единой Лиге ВТБ в 2021 году. Ну и на самом деле у Астаны впереди домашняя игра против Химок. Уже совсем скоро этот матч состоится 12 февраля. Ну а Енисею предстоит 10 числа дома сыграть против московского ЦСКА, второй команды Единой Лиги ВТБ на данный момент. Спасибо, друзья, что смотрели этот матч вместе со мной. Было большим удовольствием для вас комментировать эту игру мне, Артему Салтыкову. Всего вам самого доброго. До свидания.